Отлично! Отлично! Для обычного такого слона горячего молока попить. Маночка как раз принесла. Thank you.
Thank you.
все, женился на... Отлично, на отлично. Отлично, отлично. Погнали!
Thank you.
Спасибо, ребята. Ну что, я думаю, надо заканчивать насчет тоже, ребята. Да, давай еще. Manic Depression. Ну давайте, давай, камерочек сыграем еще, да? У нас есть мой друг Ваня, да, у нас тоже он есть, это он про него как-то вместе сыграет. Сань, что там молоко закипело, да? Давайте муж и жена, пускай нас сразу сюда пойдет. We'll be right back.
нашел свою невесту? А, вот она. Ну вот, блин. Yeah!
ova grupa traže. Репортаж еще один получается. Ну ладно, поздравляю вас. С днем бракосочетания, успехов во всем, счастливой семейной жизни. Правильно? Правильно. Его там вообще не много. Ну и за это надо выпить. Гора, поздравляю. Поздравляю. Лимон надо есть с коркой. Ну да. Фадак. Пошли, Мор. Пойдем. Мутеев Фадак. Так, дабы это самое прояснить эту ситуевину, вот так мы говорим. Да это все на ты трубе появится. Ну, чтобы он не видел это. Ну, обидится. Не, ну чтобы он не обиделся, это самое. Он в том-то и дело, что говорил, что я приду. Буду слушать, да. Так, сейчас, подожди. У нас фейсов не видно, да. Так что фейсы было видно. Алло! Алло, Денис, ты хотел прийти на концерт, ты где? Да, ты где? Борова, я это самое поддержать, это самое, как его? И Виталия Новожилова, а ты кого поддерживаешь сейчас? Маник Депрешн выступает, да. А ты где? Да, и ЦСКА Спартак делает. Нет, а мы Оренбург делаем.
ЦСКА Спартак хоккей вчера сделали. А, ну, ну. 2-1. Скромно.
жду, пока ты на задний двор уйдешь. Не натянул прекрасно. Продолжаем. Следующая песня для тех и от тех, кто потерялся во времени. Она называется «Lost in Time». Thank you.
песня «Потерянного времени», но мы не теряемся и продолжаем дальше. Антон, какая следующая наша песня? А следующая песня про бомжей. У нас логически все из одного в другой переходит. Ну да, потерялись, забомжевали, так оно и бывает. Вообще было наказано. Где-то зашел, потерялся, забомжевал. Да-да-да-да-да, во-во-во-во. Это постановочное концептуальное выступление. Тематический концерт, можно так сказать. Прям, знаете, вот группа такой «Путь солнца». Вот, конечно, в своих концертах рассказывают какие-то истории через песни, через телеги между песнями. Вот, видимо, Мэри Депрешн пора что-то такое же заводить. Это «Концептуальный путь, путь на дно». Рок-опера. А чем мы хуже эпидемии, собственно? Тебе честно сказать? Да ладно. Мы все и так это знаем. По-моему, лучше. Вот, да. Видишь, правильный ответ. По-моему, лучше. Под вас хоть рубиться можно, в отличие от эпидемии. А, ну да. Вообще, эльфы под эпидемию тоже рубиться любят. Я сам видел. Я орк, я не люблю эльфов. Ну, то есть орки тоже могут рубиться с эльфами. Ну, топором хотя бы. Но не под эпидемию. Орки могут долбить. В общем, да, действительно, следующая песня про бомжой. Это правда так. Она называется «Fall, Stop, Low!» Die!
этот замечательный жаркий вечер. Заебись. Ладно, давайте еще. Виталик. С днем рождения! Пожалуйста, вы любите смотреть телевизор? Нет! Спасибо большое. И пропаганду, которую показывают по этому телевизору. Вы любите Соколова? Киселева? Соловьева? Это все наши герои, да? Да. Люди, которые несут Путина. Телевидение. И вы знаете, есть... Медведева мы еще называем. Это вот тоже лапшу на уши. И следующая песня как раз об этом. Это песня о том, что пропаганда из телевидения в последнее время льется вообще полным, прям даже не ручьем, а рекой даже, я сказал бы, каким-то потоком Елисеем. Песня, которая... о лжи телевизионной и средств массовой информации. Об этой лживой коробке. Да, она называется Box of Lies.